Андрей, здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились дать небольшое интервью для нашего канала. Пожалуйста, расскажите о себе и расскажите о том месте, где мы сейчас находимся. Да, очень рад вас видеть. Я чтец Андрей и живу здесь, в Соединенных Штатах Америки, уже 11 лет, но родом я из Москвы. А здесь мы находимся в очень святом и удивительном месте, в приюте, организованном святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским. Приют этот существовал еще в Шанхае, когда была Вторая мировая война, и множество там, детей лишилось родителей. Святой Иоанн, епископ Шанхайский, собрал таких бездомных детей и, значит, поселил их в специальном помещении. А когда к власти в Китае в 49-м году пришли коммунисты, то пришлось оттуда им бежать, и они приехали сюда, в Америку. И купили здесь русские люди вот это здание, и здесь внизу, в цокольном этаже, жили вот приютские дети. А расскажите о самом Иоанне Шанхайском Максимовиче. Он еще родился в Российской империи, вот уехал с первой волны русской эмиграции, и там же был посвящен в епископы, и там он прославился своей строгостью и аскетичностью жизни, и вот своими, значит, богословскими трудами. А потом он переехал в Китай и жил там, окормляя русскую эмиграцию долгое время. И когда к власти в Китае пришел Мао Цзэдун в 49-м году, то он вместе со своей паствой вынуждены были бежать. И приехали сюда, в Америку. Что очевидцы вспоминали? Каким он был человеком? Какие у него были личные качества, физические качества? Как он жил, вот как он проводил время? Ну, он был очень, безусловно, выносливым человеком, но это вот ему такое качество сообщало божественная благодать. Это проявлял настоящую святость. Например, он не спал в постели, он спал только сидя. И вкушал он пищу только раз в день, вечером. А нрав он был очень доброго и ласкового, и вся его паства его очень любила. До сих пор еще живы люди, которые помнят его. А, то есть через его приют проходили, я так понимаю, что не только русские дети? Но да, там были еще и китайские дети. Вот недавно, например, скончался вот один мальчик китайского происхождения, то есть, которого святитель взял к себе в приют и нарек его Федором, а фамилия его была Стратилатов, то есть по имени мученика Федора Стратилата. Ну, то есть дети, которые, я так понимаю, что остались после китайской революции, после от расстрельных, от потерянных? Ну, во время китайской революции, когда она победила в 49-м, то там уже приюта не было, им пришлось бежать, иначе бы их всех убили. Но вот до этого еще была японская оккупация и там Вторая мировая война, и там много детей таких сиротами оказалось, потому что очень тяжелая была жизнь. Иногда им просто там не хватало хлеба. Сейчас нам сложно представить, но им было иногда просто буквально ничего кушать. Скажите, а как развивались отношения Иоанна Шанхайского с американскими властями? Ну, поначалу непросто. Ему не так-то просто было получить разрешение на въезд всех этих беженцев. Он специально поехал, значит, в американский конгресс, а там, значит, сидел на ступенях Сената. Вот есть даже, значит, на некоторых его иконах вот есть 12 таких маленьких образов по краям иконы. И там среди них есть, когда он сидит вот на ступенях Сената американского, для того, чтобы выпросить у, значит, американских законодавцев разрешение на въезд русским беженцам. Потому что им бежать надо было из коммунистического Китая, а иначе их бы всех там просто уничтожили. Расскажите о жизни этого прихода сейчас, то есть после смерти Иоанна Шанхайского, после того, как здесь уже нет приюта, то есть что здесь сейчас происходит? Ну, я бы не употреблял слово «смерть», у него была такая блаженная кончина, он отошел ко Господу, а потом в 94-м году он был прославлен, и мощи его были обретены, вот они в Большом соборе всех скорбящих радости есть. Но и до этого были знаки, что у него кончина была блаженная, и он являлся там одной своей прихожанке во сне и говорил: «Хотя я и умер, но я жив». Это знак того, что Господь принял его подвиг,
Но сейчас здесь располагается епархия Преосвященнейшего владыки Феодосия Сиэтлийского. Сиэтл — это вот другой крупный город на северо-западе США. И здесь живет еще духовенство этого храма. А вот там, где жили дети, сейчас там трапезная. И там еще на цокольном этаже живет некоторое духовенство и паломники. Сейчас это действующий храм. Здесь каждое воскресенье праздники проводятся службы. Частично на русском, частично на английском языке. И у нас имеются постоянные прихожане. Скажи, а насколько часто люди сюда приходят? Насколько большая паства? Паства там довольно много, но сейчас в эпоху карантина там, к сожалению, там стало меньше, но тем не менее все равно у нас значительное количество прихожан. И мы службы передаем онлайн, поэтому кто хочет, может смотреть. Андрей, спасибо, очень интересно, и дай Бог здоровья вам и успехов вашему приходу. Благодарю вас. Дай вам Бог помощи. Спасибо, Господи.